С пустыми руками в гости ходить обычно нехорошо. И приносить нужно не что-нибудь валяющееся в углу под кроватью, это же ненужное. Значит, а произносить нужно что-нибудь полезное в хозяйстве. Нельзя дарить что-нибудь. Вот мы подарки дарим, нельзя дарить хлам всякий. Потому что многие люди, озаботившись там вопросом подарить что-нибудь, они роются в своих запасах хлама, находят что-нибудь совсем ненужное и несут, значит, с улыбкой от уха до уха, значит, как великие благодетели. Это, братья и сестры, безобразие.